Жизнь – это череда ярких событий. Они сменяют друг друга, принося новые открытия и впечатления. Каждый день жизни особен. Привет, быстрее давай, сколько тебя ждать? Сначала нужно создать настроение. Что ты делаешь? Рисую, неплохо получается. А теперь погнали! Осторожнее! Вы меня слышите? Наркоз подействовал. Эх, жалко парня. Ну, чего встал? А, понятно. Извините. Не надо. Привет, ты любишь рисовать? Уже нет. Постой, не обижайся. Просто я тоже очень люблю рисовать. Завтра моя первая выставка. Приходи, если захочешь. Ты тоже можешь принять в ней участие. Каждый день жизни особенный. Именно поэтому так важно прожить его, насладившись сполна.